Здравствуйте, дорогие друзья! Рецепты мясных пирогов можно найти практически во всех кухнях мира. Такие пироги, вне зависимости от того, закрытыми они будут или открытыми, отлично подойдут и для обычной трапезы, и для пикника, и для праздничного застолья. Сегодня приготовим пай с нежной, сочной начинкой из индейки, с беконом и грибами, под хрустящим покрывалом из слоеного теста. Итак, приступим. Для начала нарезаем лук-шалот, можно обычный, с зубчиком чеснока, морковь, стебель сельдерея, грибы. Все режем не очень мелко. В удобной посуде смешиваем муку, перец, соль и паприку. Затем обваливаем в этой смеси крупно нарезанные кусочки индейки. Вместо индейки можно использовать куриную грудку. В небольшом количестве растительного масла до золотистого цвета обжариваем зубчик чеснока и убираем его. Высыпаем сюда грибы и обжариваем их на большом огне. Время обжаривания будет зависеть от количества влаги в грибах. Ее нужно выпарить практически полностью. Затем добавляем сюда лук, сельдерей и морковку. Каждый из этих ингредиентов обжариваем, не убавляя огонь, около 2 минут, перед тем, как добавить следующий. Потом солим, перчим и добавляем не очень крупно нарезанный бекон. Обжариваем минут 5-6. Добавляем индейку, предварительно удалив излишки муки. Жарим все минут 5 и добавляем белое вино. Белое вино можно заменить любым бульоном. Примерно через пару минут, когда испарится алкоголь, накрываем крышкой и тушим на огне ниже среднего около 20 минут. Затем берем любую огнеупорную форму. Я на всякий случай смазала ее маслом, но это не обязательно. Выкладываем начинку и равномерно распределяем ее по всей форме. После этого накрываем бездрожжевым слоеным тестом, вырезанным по форме. Делать это лучше быстро, так как начинка горячая и масло в тесте может начать таять. Чтобы готовый пирог мог похвастаться эффектной золотистой корочкой, его поверхность перед выпеканием можно смазать сырым яичным желтком. А чтобы тесто во время выпекания не лопнуло, аккуратно протыкаем его в нескольких местах вилкой. Отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов, выпекаем примерно 20 минут до готовности теста. Подается блюдо горячим. Пирог будет прекрасно сочетаться с салатом из свежих овощей. Таким пирогом можно радовать всю семью хоть каждый день, ведь для его приготовления потребуется минимум времени и усилий. Приятного вам аппетита! Для вас магия простых рецептов.